Ну, вот просили снять. Ну, я не буду снимать там все, что это самое. Ну, вот что я взяла. Снимать еду? Омлетик. Ну, это обожают народ. Омлетик, кашка, творожок. Вот там сироп и колбаска. Ну, такой не слабенький завтрак. Ну, вот там еще есть котлетки. Так, ну вот здесь вот столовая. Вот здесь столовая. Вот сюда вот вы заходите, да? Ой. Здесь вот такое фойе. Сейчас я на турбо пойду. Вот тут диспетчер. Вы приходите, диспетчер распределяет после врача. Диспетчер распределяет. Вот они с 8 работают. Распределяет вам ваши процедуры по времени. Вот. Поэтому все очень сделано, очень удобно. Ребята, вот я опять на этой турбо. Это магнитные волны. Вот ты ложишься, и магнитные волны вот так крутятся. Вот это турбо. Берите обязательно, шикарно. Здесь музычка, вот лежишь 15 минут. Это одноразовое все. То есть лежишь 15 минут, и там магнитные волны действуют на все органы. Ребята, на все органы. Так что советую. Вот здесь прекрасная минеральная вода, ребята, действует очень хорошо. Пьешь перед обедом, ужином, завтраком. Вот. Я водичку беру с собой. Пью. Вот там вот все процедуры проходят. Вот кабинеты. Вот так вдоль. И следующий. Я стою. Так, девочки, вот мой этаж. Это 4-й этаж. Вот идешь так по коридорчику. Здесь вот у меня люкс-комфорт номер. Вот. Стоимость я вам говорить не буду. Все на сайте Приднепровского есть, поэтому каждый выбирает по себе. Мой вот этот вот номерок. Вот. Просто хочу вам показать. Вот такой холл здесь. У кого не ловит в номере, у меня в номере летает интернет. Вот здесь в холл у меня сестра садится. И пожалуйста. И пожалуйста. Сейчас покажу вам свой номер. Вот мой 427. Так, девочки, покажу вам номер. Ну, у меня, я еще раз говорю, у меня люкс-комфорт номер. Одноместный. Я для себя так берем. Вот туалет здесь. Душ. Душ выдается 3 полотенца для лица и 2. Два полотенца, выдается такая пеленочка, если заходите, ее с собой носите. Это туалет. Туалет. Вот фен. Тут зеркало. Здесь мыло у меня жидкое. Туалетную бумагу выдают. Ну, не самого лучшего качества, но это не суть. Кого это так переживает, мне это не волнует абсолютно. Так, значит, здесь холодильничек. Холодильничек. Вот у меня там кефирчик и лимончик. Вот такой. Здесь бойлер стоит на каждом этаже. Пожалуйста, набирайте горячую, холодную, комнатную воду. Все есть. Такой вот наборчик. Здесь столик. Вот. Здесь там, ну, кровать. Очень хорошая, девочки, кровать. Это самая, она большая, она мягкая, она удобная. Света здесь хватает и ночники, и сейчас я все включу весь свет, чтобы было видно. Ой, вот кондиционер, пожалуйста, вам вот. Вот это не смотрите, это одноразовые. Это одноразовые вот такие вот чулочки мне на прессование выдали, я с ними хожу. Ну, индивидуальные они, не одноразовые, они такие индивидуальные. Балкон, девочки, на балконе. Смотрите, какой балкон. Смотрите, какой вид с балкона. Вот здесь вот вы можете постирать и повесить шмоточки. Вот. Смотрите, какой. Есть прачечная, девочки, есть парикмахерская. Знаете, мне что нравится? Во-первых, то, что теперь у меня интернет. Во-первых, то, что у меня теперь интернет прямо в номере. Интернет здесь летает.
летает. У кого-то, говорят, не ловит в номере, они идут в холл. Ну, не знаю, у меня все хорошо. Часы обязательно, потому что вы будете бегать по часам. Делать вот такой шкафчик. Вот он шкафчик. А телевизор, естественно, такая плазма. Вот, смотрите, сегодня шикарная погода. Птички поют. Ой. Что касается комаров, спрашивали. Комаров здесь полно. Вечером здесь гулять невозможно. В номере никаких комаров у меня нету. Потому что, во-первых, у меня четвертый этаж. Здесь вот сеточка. Вот сеточка. Кто на первом этаже, они говорят, их не спасает сетка. Там комаров много. У меня на четвертом этаже никаких комаров нету. Но гулять вечером, девочки. Так, вот тут тоже вешалка. Вот. Ну, тут моя обувь стоит. В общем, заходит. Здесь вот само включается. Сам включается вот этот вот. Заходишь, он включается сам. Ну, все, я вам так более-менее показала. Я думаю, всем все ясно. Не знаю, девочки, сколько стоят другие номера. Свой тоже озвучивать не будет. Это для, вот, для одного человека номер. И это комфорт люкс. Это не номер эконом. Эконом наверняка в два раза дешевле. Ну вот, в общем, вот так вот. Мне здесь очень нравится. Буду дальше вам показывать, рассказывать. Что тут, какие здесь каналы, да? Сейчас посмотрим. Какие здесь каналы. Кормят девочки нормально. Вот Беларусь РТР. Дальше. НТВ Беларусь. Как вот видите, музыкальный канал. Вроде бы. НТВ здесь. Пятый канал Россия. Новости. Звезда здесь есть. Ну, какие-то сериалы. Наверное, они... А, девочки, здесь есть вот этот киевский канал, кстати. Меня немножко это поразило. Вот. Ну, раньше здесь наверняка отдыхали и украинцы. Хотя их тут мало было, конечно. Но отдыхали иногда. Вот. Вот видите. Ну, короче, ладно. Это самое. И вот здесь, кстати, все процедуры платные, которые вы можете заказать дополнительно к бесплатным. Вот, я вам потом покажу, что я дополнительно заказала, и покажу вам вот эти платные процедуры. Все, всем пока-пока. Ждите моих репортажей. Так, девочки, я забыла. Решила дополнить, что, во-первых, смотрите, уборка здесь идет ежедневно. Вот за 12 дней, что я сюда приехала, смена белья здесь. Смена белья здесь, по-моему, раз. Один раз в неделю, что ли. Вот, и полотенце, вот это все. Лифт. Так, и что? Люди спрашивали, есть ли чайник. Чайника в номере нету, но вот он, бойлер. Вот он, бойлер на каждом этаже. Здесь горячая, холодная и комнатная температура воды. Вот. Что-то все сейчас не работает, что-то заклеили они его. На. Ну, в общем, вот. Его заправляют. Нажимаете, берете себе горячей воды, если вам надо. Или берите с собой чайничек большой, не знаю. Ну, кстати, вот висят везде вот эти вот. Санитарная обработка. Вот. На каждом этаже есть часы. Так.
Здесь, девочки, есть где погладить. Вот, кстати, есть эти самые. Где погладить, по-моему, есть тоже. Ну да, в общем, обращайтесь. Очень хорошие отношения белорусов. Я чувствую себя здесь лучше, чем дома в Белоруссии. Замечательная страна, замечательные люди. Белорусы очень доброжелательные, к России, к русским очень хорошо относятся. Никаких проблем нету. Вот. Ну и, в общем-то, Белоруссия не воюющая страна. Знаете, здесь тоже свои плюсы. Потому что здесь очень все спокойно. Так, ну что, утром вы будете бегать, утром вы все будете носиться по, как называют, по процедурам. Вам будет не до чего. Вечером я потом покажу, куда сходить есть, как заказать шашлычки, и все расскажу. Все покажу.